нас, как всегда, какая-то женщина привезла собаку. Нурик начал на нее ругаться, она собаку выставила и уехала. Не успели ничего снять. А, она привязала, ты успел увидеть, кто. Да, я видел. То ли беременная, то ли кормящая, не пойму. С сиськами. Малыш, малыш. Пробую ее взять, как она? Не бойся, малыш. Не бойся, иди. Не бойся. Иди. Не бойся, маленькая. Аккуратно, смотри, Нурик, там если не плотно, она может рвануть. Я даже не знаю, как к ней подойти, чтобы ее взять. Маленькая. Девочка моя. Не бойся, малышка. Иди сюда. Иди, мой хороший. Не бойся. Не бойся, мой хороший. Судя по всему, у нее уже щенки были. Этот. Живота нет, сиськи есть. Щенки у нее где-то. Вот где у нее щенки и что с ней. И по шерсти явно домашняя. Ну, в общем, Нурик успел на нее закричать. Она быстренько в машину прыгнула и уехала. Ты номер не запомнил? Нет, таких машин надо, да. Ну, таких черных. Ну, черная она, черные все. Номера нет. Я не успел. Я поняла, что ты не успел, да. Случайно увидели. Не бойся, малыш. Иди сюда. Иди, мой хороший, иди. Иди, красавица. Иди, иди. Иди, моя сладкая, иди. Не крупная собака. Ой, блин, я сейчас упаду вместе с ней. Иди. Иди сюда, надо ее взять, Нурик, сейчас. Так, ну что, собака 15 кг, наверное, весит. Небольшая. Сиськи все молочные. Я не знаю. Не видно нифига. Все, вот и щенки. Вот так вот. Вот и щенки. Вот и ответ, где щенки. Вот они. Да? Вы вот они. Господи. Я не могу просто по-другому больше выражаться. Просто не могу. Так. Ну, в общем, вот так. Замотанная. У меня уже телефон садится. Что дать? Бинт? Сейчас. Щенки сейчас. И у нас тут записка. И у нас тут записка. Здравствуйте. Данная собака и щенки домашние. Она принадлежала дедушке, нашему соседу, город Чехов. Дедушка умер месяц назад. Дети в квартире деда продают. Мы, их соседи, пытались уговорить забрать собаку с детками. Обещали помогать им с деньгами пристроить щенков. Но, увы, отказались. Они отказались. Мы, соседи, держим маму щенками в подъезде. Ждали, когда щенкам исполнится месяц. Поздравляем вас. Двух щенков пристроили, остальных не можем. Не прочитали про вас. Мы прочитали про вас в приют. Хорошие отзывы. Просим прощения за наш поступок. Щенки уже обработаны один раз от глистов. Маму зовут Бель. Знает кошек и собак. Ходит на пеленку и в кошачий туалет. А улицы боится. Еще раз простите нас за такой поступок. Бог простит, как говорится. Да, мой хороший? Да? Ну что, смотрим двух детей. Щенки. Щенков много. Раз, два, три. Четыре, пять. Шесть, что ли? Семь, восемь. Короче, восемь или девять щенков. Четыре, восемь. Восемь щенков. Похоже, лишай у них. И у щенка, и у мамы на морде.